Дорогие друзья, скоро начнется фестиваль «Волшебный фонарь». Уже само название настраивает на какой-то необычный, сказочный, удивительный лад. Это действительно будет волшебство кинематографа. Многие авторы и многие участники, и многие действующие лица будут очень юными, очень маленькими, иногда, ну, разве что не грудничками, но в любом случае это будет мир детства, мир семьи, все то, что уже в пятый раз олицетворяет фестиваль «Волшебный фонарь».